снимаю, наверное. Уже. Да. Так, мне вот сейчас видео идет. Ага. Этот, я имею в виду, вот смотри, вот сейчас ты цепляешь, они же ни за что не держатся, вот допустим. Ничего, они не покатятся? Ну вот эту вот, пачку убрали. Но. Ногу стоят. То есть чисто на силе трения, блядь. Они вот в этих пазиках стоят, как бы. Понял. Сейчас это уберем. Нет, тут то, что ненадежно, вот здесь такие, блядь, пластмасски. Не, ну пластмасски, они в металл входят же, туда, внутрь полностью. Так, они же скользкие, кусок-то выскочит. Во, погрузка труб на машины. Вот так что Россия, да и весь мир без нефти не останутся. Ё-моё. Так. Вот, а Серега там вдалеке, вон, на том кране, там трубы переставляет с места на место. А я здесь вот гружу. Я цепляю, эти двое принимают. Один внизу багром, второй наверху на машине. Опа, пойдет, уложили. Нет, нифига, сейчас чуть вира еще. Но эти трубы вот легче идут, они в пачке. По 5 что ли, или по сколько там их? По 6 в упаковке, нормально, более-менее так цивилизованно, без такого экстрима. Они хомутами стянуты. Ну ладно. Ну да, видеоотчет о проделанной работе. Ну да? 114-я труба. Вот такие заглушки тут. Она сварная, без резьбы. Угу. А ту я грузили, мы обсадная называется, да? Да, вот сварка. Да, вот это паска для сварки. И она вся в изоляции. Видишь? Угу. Это под газ. Под газ. Толщина стенки 10 миллиметров. Сантиметровая, короче. Ну да. Угу. Ну, вот тоже наводят порядок на этом, на площадке хранения. Вот. Погоди. Перекладываю тут. Давай, стрелка. Ложи. Виру дай. Но она вот идет в таких пачках, она проще. Немножко проще. Майной! Все. Есть. Ну так вот. Наводят порядок на площадке хранения. Вот такие бревна используются. Осина или что это? Осина, береза. Осина, береза, а? Да.